Всем привет! Магнит Косметик зашли. Есть скидки товар недели. Тут крема L'Oréal, шампуни L'Oréal, LOCEF. Я разговариваю как будто в нос. Не знаю. С улицы, не обращайте внимания. Так, это преображение. Вот этот, кстати, белый недавно заказали с Wildberries из этой серии. Скидки на некоторые масочки и пенки для умывания. Кстати, вот эту вот зеленую тайга покупала, и у меня от нее покраснело лицо. Мне не подошла. Также скидки еще вот на такие тканевые маски. А, маска, носочки для ног еще. Думаю, это тоже для лица. Маски, пленки, пилинг-скатки какие-то. Вот эти, кстати, кафе Мими я пробовала. Вот эту голубую пробовала. Мне понравились, неплохие. Скрабы для тела доктор Тайга. 219 рублей. Гели для тела. Лето закончилось, стали спреи после загара по скидке. Вообще много сейчас средств для загара, после загара по скидкам во многих магазинах, не только здесь. Так что можно выгодно купить к лету, если сроки годности нормальные. Скидки на косметику Rimmel. Тут все для губ. Так как... А, это жидкие помады для губ. Карандашики. Тональное средство 486 рублей. Healthy Mix. Я, кстати, пробовала. Ну, у меня был такой, как пробничек, и мне понравился. Тут вот такие корзиночки со скидочками. И все по 300, по 200 рублей. 200 рублей помады. Какие-то L'Oréal. Туши есть Rimmel по 300 рублей. Такая тяжелая. Жидкие губные помады Max Factor по 200 рублей. По 200 рублей жидкие металлизированные тени для век. Тональное средство в 0,3 тоне Vivien Saba. 299 рублей. Эти, по-моему, как тинт вообще идут, да? Такие прямо едкие. 199 рублей. Боржуа. Эти, кстати, хорошенькие тени. Они там с зеркалом идут, с маленьким. У меня у мамы такие есть. 119 рублей тоже в подобном цвете. Лаки для ногтей есть по 39 рублей. Подарочные наборы по скидкам 459 рублей для укладки вместе с косметичкой идет. 239 рублей Джонсонс. Тут гель для душа, лосьон для тела. Для пяти Марсилье 185 рублей. Тут гель идет. А, и тоже увлажняющий для тела. Да, в 279 рублей не весь 165 с дезодорантом. Эффект хлопка. Крем абрикос 300 рублей, плюс дейзик черное-белое. Такой вот для пяти Марсилье наборчик ванильный. Два кусочка мыла и гель для душа. 189 рублей дезодоранты. А, две штуки, видимо. А, спрей, дезодорант, гель для душа. 250 мл, 189 рублей. Мужские есть по 225 рублей на подарки. 374 огромный гель для душа. 174 рубля. Еще здесь очень много санитайзеров для рук. Всяких фирм. Фа, бархатные ручки, Гарньер. Огромный вот такой, 379 рублей. Тоже очень много. Сумку маленькие есть ложить. Спонжики по 319 рублей здесь. Набор 3 штучки, как эти печеньки вроде такие есть. Такой формы. Кисточка 86 рублей. Вроде неплохая. Мягкая косметичка бежевого цвета 99 рублей. О, прозрачные, как под кисточки подойдут. 39 рублей в ананасах и полосатые. Такие небольшие. 79 рублей тоже как под кисти
для макияжа подойдет. Кстати, очень такая мягкая, в ней ничего не сломается, мне кажется, при перевозке. ₽199. Средство для укрепления ногтей хорошего бренда. Было 300. Сейчас на него скидка. Тушь Maybelline 440 рублей. Палеточки Maybelline, вот такие два вида, 565 рублей. Сейчас на них 42% скидка. На Стеллари есть скидочки. Помады по 216 и по 149. Лореаль по скидкам. Лайнер для глаз 399 рублей. Тушь какая-то, я ее раньше не видела. А, нет, видела. Baby Roll 509 рублей. 27% скидка на нее сейчас. И есть пудра под 400 рублей по скидке. Тоже лореалевская. Макс Фактор тоналки по 367 рублей. Вот еще тоже наборчик нашла подарочный, Нивея 285 рублей, 31% скидка на него. Туши Макс Фактор 259 рублей. Это тоже тушь для ресниц, да, в интересном таком тюбике, 419 рублей. 389 рублей есть. Такая палеточка у меня есть в коричневом цвете, но я ее покупала по скидке, по-моему, она стоила 200 рублей. Тоже в этом же магните. Лак для волос Йос, Трисем, или Трисеме, как он правильно, тоже по скидкам. Отсвечивает маленько, 149 рублей есть. Шварцкоп по скидкам. Кстати, много очень шварцкопа по скидкам. Прелесть по скидке. Все для дома, все для стирки. Вернель по 199 рублей. Тут уже шампуни пошли. Head and Shoulders по скидочке. 249 рублей. Фокус немного пропал. Лошадиная сила. Не знаю, я ни разу не пользовалась им. Пантин по 200 рублей. Тут и шампунь, и бальзам, и ополаскиватель сразу идет. Шампунь и бальзам Нивея. Сияние и забота. По 149, по 119 рублей. Мы один взяли. По скидке щипцы фирмы Polaris 959 рублей. Они в таком чехольчике. Такая плойка. Чехольчик на замочке. И есть в коробке. А, это уже другое. В общем, такие же 959 рублей тоже просто рядом лежат. Цена написана. Также нашла 475 рублей. Щипцы для завивки. Выглядят они вот так. Синтек. Коробочки идут. 805 рублей этой же фирмы Фен. И Витек есть Фен 1100. Мыло гипоаллергенное 96 рублей. Дав жидкое крем-мыло по 165 рублей. Антибактериальное мыло для рук 109 рублей. Жидкий Сейфгард 149.
свечи. Разные. Также в Магнит Косметике есть разные аксессуары, бижутерия, колечки, сережки. Все такое блестящее, красивенькое. Ну, цены. Например, взять вот такие розовые, да, 300 рублей, 400 рублей, колечками есть 300 рублей. То есть, ну, цены примерно понятны. На Новый год можно здесь какие-нибудь украшения недорогие купить. Куча браслетов, подвесочек. Две пары, а цена 400. Здесь две пары, цена 399 рублей. Выгода. Где ты взяла тут? Всякие висючки есть. Есть гвоздики, есть с американской застежкой. Где-то я их тут видела. Не знаю, нет. Под золото, под серебром.